Этот фильм родился в Беларуси. На этой земле гитлеровцы начали осуществлять секретный план ОСТ. Отрабатывали методы истребления и порабощения не только белорусов, русских или украинцев, но и поляков, чехов, сербов. Наш народ ответил мужественным сопротивлением. В Белоруссии сражалась многотысячная армия партизан. В каждой горстке земли, в каждом человеке здесь живет память о минувшей войне. Здесь погиб каждый четвертый. Gentlemen, I'm glad to see you on board of our plane. We fly at the altitude of 7,000 meters. We fly over Belarusia. Belarusia occupies the territory of more than 200,000 square meters. Non plus. Non plus. Et orador en France, est-ce que ça va? Oui, bien sûr. C'est tout, merci. Ah, merci. Verzeihen Sie mich bitte. Haben Sie gehört über das Dorf Hattin in Belarusland? Nein. Haben Sie nicht gehört. Und über das Dorf Orador in Frankreich? Ja, das haben Sie gehört, ja? Ja. And you haven't heard about it? Lydus, is it? Lydus? No, it is Oradour in France and Lidice in Czechoslovakia. No, no. And about Hattin? About the village Hattin here in Belarus. No, no. Hattin, no. No? Not very bad. Neither. No. Я не знаю. А вы? Спасибо. А мне скажите, что такое?
Пошел. Здорово. Я имею, может быть, кое-какое уже непосредственное отношение к хатыни, так сказать, вообще к подобным делам. Вот только на днях я получил письмо из одного места, вот из одного района, где меня попросили уточнить, так сказать, имена, там, понимаете, имена, год рождения моих близких, родных.
Вот, которые тоже были уничтожены, расстреляны. Среди них, так сказать, мой сынишка, 9-летний. Той только забудь, о которой не пострадал бы. К этой забудь, о которой пострадал человек, да кто и целый век будет помнить, думать, раненые, теперь которые инвалиды. Где ж он забудет об войну? Помнится это все. Да. Сожгли первый раз деревню. Затем построили крестьяне меньшие дома. Построили. Сожгли эти дома, затем землянки построили. Разрушили, пришли землянки в следующую блокировку, в 43-м году. Я помню, старика спрашивали. Я говорю, почему вы вот здесь, на этом месте, строите эту землянку? Он говорит, нет, сынок, я строю, если я там построю, то немцы скажут, что ага, вот победили, деревни не существует. А так мы все-таки опять построили, четвертый раз. И здесь живем, мы не сдались немцу. Знаете, вот какая... психология. Да, да. Да. Марта 43-го года специальный карательный отряд гитлеровцев ворвался в деревню Хатынь. Деревня была полностью уничтожена. Детей, женщин и стариков согнали в сарай, облили его бензином и подожгли. Кто пытался выскочить из огня, расстреливали из пулемета. Погибло детей 76. Взрослых 74. Остался в живых один человек. Иосиф Каминский. Я говорю, почему вы не оделись? Да сорвали, говорю, дочка говорит, меня и до хуй с плеч сорвали, нас раздели. На. Ну, нагоните, закрыть, до того нагнали, что и руки вверх не поднимешь. Да, ну, еще ж харч была, там был моченый, солома, еще ж кормилище, скот еще ж был. Да, тогда сверху запалили, сарай, крыша соломянная, а сверху запалили. Да, горит крыша, это огонь сыпется на головы, загорелось это утечено, и солома это загорелось, и душатся люди. Я на сына говорю, а я и самый щенкий, упирающий у щенку ногами и руками упираю, вижу, что дверь открылись. Как вы открылись, двери не вылазят люди, что такое?
Но передаю, что стреляют у дверях. А вообще, как закричали, так и стрелу чуть стуку это не чувать. Что же столько там, и дети вообще постали чискать, они ж голос таки был, что жутко. Огонь на голову, и горать все те люди. Я на сына говорю, сыну что лет 15. Про сголову как-нибудь вылазься. Стал я его подсаживать про сголову. Так он его и выскочил, как только голова ему немножко, волосы обгорели. Волосы, так она бег, и метров 5, так они его и положили тут. Положили его тут. Я думаю, как же мне тут спастись? Я под низ там, думаю, вышло, буду вылазить под низ. Согнулся, только под низ так согнулся. А эти битые на меня и навалились, и битые на меня. Так прижали меня, что мне уже и дыхать трудно стало. Потом немножко дыхание мне лучше, голову трошки освободил. Дыхать стало лепее. И стал немного ворочать на один бок, на другой бок, тогда же еще крепче был. Поскидал этих битых в щебе, только до порога выползаю, до порога. Оказывается, сын, тата-тата, живы. Ходил, вставай, поехали ты уже. Уже поехали. Стал я обучать, а жил я и кишки уже вылезли. Почал, но более трюбух выкачивши. Что только я сейчас спросил, мама тяжи, я не тяжи. Спасибо. Не дай Бог никому, кто на свете живет, когда ты меня видели и не чули, и это говорю. И столько людей невинных погибло. Селёвка, Морозовка, Студёнка, Корниловка, Партизанка, Боровка, Студёнка, Хаты, Хаты, Хаты.
машину порвать можете. А может быть, подъедем назад? Рвется в сколок и дает ему в левую руку. Он тогда говорит, ложись, ребята, это совсем могут убить. Но я в данном случае что хочу заметить? Что настолько крепкие нервы, что докончил, ну еще там, может быть, 2-3 минуты, сел на танк, километра 3 доехал до расположения батальона, дал команду построить батальон, ну тут фельдшер выбежал, там перевязка, то другое. Ну, говорит, товарищ, ну, как это обычно водится, поддержите традиции батальона, туда-сюда. А я уже, говорит, вот так показал руки, мне вояка. Сел там и поехал сам в госпиталь. Да, первые дни войны, конечно, не было мало войны. Первые дни я учился, готовился на мирную профессию. Бачу, що сюди його переносять далі, і вона так і вже і захрапла, і нема. А старша я навіть не слышала, і вона не стогнала нічого. Для мене убили і все. А я так, ну що ж, сама-то утяку, а дітішок упадет, криша. І згорать я пішла, взяла малую, через окно, да, винесла її в ту яму. Занесла в ту яму, потім і більше є. Вийшла, взяла, так вона така м'яка, що... Если дети бросаешь, кушай. Ну не каждая же мать так может сделать. Гляжу, тут женщины, кажется, которые из церкви выскочили, тоже детей кинули. Ну моя, ничего. Ну, кто его ведает, як, ну... Погинув усім разом теж не інтерес, правильно чи ні? Хоч хто-небудь-ка постався живий. Ну, вона рішила так, моя жінка рішила так, ну, не кинула. Малого сама там осталася, церкву підпалили, вже пулеметом пережили, все. А
огонь хоть. Ну, я уже вылетел, потому что девочка, когда у меня не сидела, там маленькая, 4 годики, даже ей как дали в грудь, а разрывные пули были. Грудь эту разнесло ее. Так оно вся эта кровь на меня лилась. Я вся в криви. Я хочу объяснить им, что когда добили меня, и не могла открыть глаз и не могла им объяснить. И мне прямо вложил вот в руку сюда, вот, в ствол и стрелил. Я покатился. Я второй раз хотел в голову, но не попал. Лежать, а в ухо где-то попал. Ну и завернулись. Захотелось мне перед смертью закурить. Думаю, эх, последний раз хоть потяну. И тут в левом кармане табак. А левая рука отнята, хоть не повернулась. Но я правой достал, сумел, свернул, прикурил. И только потянул, зашамотел. Что мочить? Я повернул голову, смотрю, едет на коне. Я догадался, значит, едет добивать. И прямо лошадь идет, прямо на меня. Лошадь сама уже упала на трупы. И я уже последняя. И моих детей, 4 детей, так старшего моего сына, совсем в воротах положили. Тогда я слышу уже немец, сел на мои ноги и стреляю по изистой, с автомата. А разрывными пулями, так просто рве, разрывается, это все, кровь леется, дымит и столбом. Такой воздух уже просто невозможно терпеть. А я только уже, а меня их сюда ранили, я уже без сознания. Только почувствовала, что ногой била правой, это, в землю. Ну и загнали туда, где стол стоял, сарай, загнали. Привалили, так ничего не... Голову еще привалили, просто трепали. Студенка, Збуши, Маковья, Веселова, Веселова, Завидный, Осиновка, Осиповка, Мишкевичи, Смеличи, Милевичи, Звеничи, Косичи, Петровичи, Янковичи, Козуличи, Трофимовичи, Лупачи, Молодельничи, Молодельничи, Молодельничи. Все, что осталось от бывших деревень, бывших деревень, бывших деревень.
9 бывших деревень, которых в Белоруссии 10 тысяч. Сожженных с людьми деревень более 2000. Более 2000 ородоров. Более 2000 лидерцев. Секретные документы нацистского рейха. Крупные города Белоруссии, Минск, Витебск, Гомель, Могилев, превращены в развалины. Исчезновение символов бывшего некогда господства большевиков, в том числе и зданий, соответствует задачам войны на уничтожение. Нет необходимости их восстанавливать. Город портит белоруса, он привязан к земле. Намечено к исполнению. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения. Группа армии «Центр» должна вывести с собой 40-50 тысяч белорусских детей от 10 до 14 лет. Акция предпринимается для ослабления биологического потенциала врага на длительный срок. Не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактики детских болезней. Не готовить детских врачей, не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям. Мой знакомый Владимир Кеда, у которого погибла вся семья. И когда через 15 лет переносили останки в одно место захоронения, он узнал своего сына по большому цветному мечу, который он купил ему накануне войны. About the village Hatyn here in Belarus. No, no. Hatyn, no. No? Not very much. Neither. No. Дневник бывшего офицера СС. Возможно, это наше поражение было прежде всего победой. Только теперь, когда мы разбиты, мы стали достаточно сильны, чтобы разбить Россию. Мы отомстим кровью. Мы превратим всю Россию в пустыню, если будем иметь атомную бомбу.
Синяками